У меня в прихожей лампа тускло светит и дрожит. В США избрали Трампа. Как мы с Трампом будем жить? Что мы с Трампом будем кушать? Чем машины заправлять? Чьи мы речи будем слушать? Чьи слова употреблять? Как изменится погода? Что с валютой, вашу мать? Мы хотя бы на полгода, но хотели понимать. Есть ли смысл в ипотеке? Стоит ли скриптой играть? Объясните человеку, что ему от Трампа ждать, если даже смерть старуха перед ним была слаба, и ему попали в ухо, прямо скажем, вместо лба. Как изменятся налоги, ну и в целом по стране, что от Трампа ждать в итоге, приблизительно, к весне? Весь народ прильнул к экранам, у экспертов нервный тик, что предложит россиянам титанический старик. Кто же нам ответит, кто же может угадать, что в конце концов нам светит, что же нам от Трампа ждать? У меня в прихожей лампа стала тухнуть и моргать. В США избрали Трампа, а могли б и не избрать.